Горячий сезон у мороженщиков в самом разгаре. Производители, как местные, так и федеральные, к нему очень хорошо подготовились, выпустив большое количество новинок и увеличив объемы продукции. Вместе с тем появился новый тренд. Все больше фабрик задумались о производстве полезного для здоровья мороженого. Как говорят специалисты, пломбиром уже никого не удивить, каким бы замечательным он ни был. Поэтому производители вынуждены придумывать новые маркетинговые ходы, чтобы привлечь покупателей. К примеру, вот это мороженое совсем не такое обычное, как кажется на вид. На упаковке написано, что оно содержит бифидо и лактобактерии, сохраненные по особой технологии. Они благоприятно воздействуют на микрофлору и укрепляют иммунитет. Утверждается, что это мороженое не полнит, и его можно есть диабетикам. Чтобы повысить продажи, томские производители решили реализовывать его через аптеки. Новинкам всегда рады на нашем рынке, и, конечно, покупательский спрос очень большой, и отзывы очень хорошие. Отзывается мороженое, во-первых, что приятный вкус, и детки маленькие любят, и оно же очень безопасно, что не имеет консервантов и искусственных добавок. Крупные федеральные компании также вкладывают деньги в производство так называемого полезного мороженого. Речь идет о высоких технологиях, при которых снижается содержание жира, что, конечно, хорошо. Ведь по оценкам экспертов, основные потребители мороженого – женщины и дети. Спрос рождает предложение. Мы смотрим, опять же, повторюсь, на рынок, смотрим на наших конечных потребителей. Пошло мороженое, не пошло. На сегодняшний день у нас присутствует инновационное мороженое для тех потребителей, кто следит за своим здоровьем. Красноярские производители по сравнению с федеральными в применении высоких технологий отстают. Но тем не менее новинок в этом году выпустили много. Ставку сделали на премиум мороженое. Говорят, его у нас не хватает. Для нового производства закупили дорогостоящее оборудование. Ведь чтобы конкурировать с федералами, а также завоевывать рынки других регионов, необходимо много вложений. Все, что мы предлагаем потребителю красноярскому, это обязательно идет и в регионы, это идет и на федеральном уровне. Мы очень хорошо представлены в Краснодарском крае. Мы осваиваем в этом году регион, мы его так для себя назвали Урал. Это на сегодняшний день присутствие нашего продукта в Уфе, в Миассе, в Оренбурге. То есть для нас это новое направление. Некоторые предприниматели говорят, что сейчас на российском рынке слишком много производителей мороженого. И идет активное укрупнение. Концерны повсеместно скупают маленькие региональные фабрики и их сети. Вместе с тем предприниматели жалуются, что в России очень мало покупают мороженого. К примеру, средний американец в год съедает порядка 20 килограммов этого холодного продукта. У нас этот показатель всего 2-3 килограмма. Поэтому специалисты не называют этот бизнес особо прибыльным. Тем более, что лето у нас зачастую очень короткое. Ну а если у вас есть новости, звоните лично мне. Мой телефон 29-29-115. Комментарии к сюжетам оставляйте на нашем сайте afontova.ru. Наталья Истомина, Дмитрий Яковлев, Афонтова. Новости.